Сегодняшняя тема у нас – алкены, непредельные углеводороды. Основные содержания лекции – понятие о непредельных углеводородах, характеристики двойной связи, изомерия и номенклатура алкенов, физические свойства, получение алканов, химические свойства. Понятие об алкенах. Алкены – углеводороды, содержащие в молекуле одну двойную связь между атомами углерода, а качественный и количественный состав выражается общей формулой SnH2n. Алкены относятся к непредельным углеводородам, так как их молекуля содержит не меньше число атомов водорода, чем насыщенные. Гомологический ряд алкенов. Общая формула SnH2n. S2H4 называется этеном, S3H6 – пропен, S4H8 – бутен, S5H10 – пентен, S6H12 – гексен, S7H14 – гептен и так далее. Пример изомера положения двойной связи – пентена. Первый изомер – пентен 1. Второй изомер – пентен 2. Третий изомер – 2-метилбутен 1, 3-метилбутен 1, 2-метилбутен 2. Физические свойства алкенов. Алкены плохо растворимы в воде, но хорошо растворяются в органических растворителях. С увеличением молекулярной массы алкенов в гомологическом ряду повышается температура, кипение и плавление, увеличивается плотность веществ. Способы получения алкенов. Промышленные. Первое – крекинг алканов. Второе – дегидрирование алканов. Лабораторные. Дегидратация спиртов. Дегалогенирование. Дегидрогалогенирование. Промышленный способ получения. Крекинг алканов. С более длинных углеродной цепи алкан превращается с менее длинной углеродной цепи алкана и алкена. Например, декан с температурой 400 до 700 превращается на пентан и пентен. Промышленный способ получения. Алкан превращается на алкена. Дегидрирование алканов. Например, этан при температуре 500 градусов превращается на этена. Лабораторный способ получения. Дегидрирование спиртов. При температуре 140 градусов этанол превращается на этилена. Лабораторный способ получения. Дегалогенирование. 1,2-диброметан превращается на этена. Лабораторный способ получения – дегидрогалогенирование. Хлор-этан, взаимодействие гидроксида калием, превращается на этена. Реакция полимеризация – это процесс соединения одинаковых молекул более крупные. Например, этилен превращается на полиэтилена. Реакция окисления – горение алкана. Этан взаимодействие с кислородом превращается на углекислый газ. Реакция окисления. Мягкое окисление взаимодействия с раствором перманганата калия. Этилен взаимодействие перманганатом калия превращается на диола. Применение этилена. Этилен применяется в химических промышленностях и других отраслях.